Почти год назад состоялось торжественное открытие филиала Московской церкви «Благая Весть» на Юго-Западе. Тогда никто и представить себе не мог, что через 4 месяца в связи с пандемией COVID-19 богослужения полностью перейдут в онлайн-формат, и церковь на Юго-Западе лишится помещения для собраний. Но Господь благ и милостив, и именно в это непростое время нашлось помещение для полноценного служения рядом со станцией метро «Академическая». И уже сейчас руководитель филиала получил ключи. Разработан план перепланировки, начались работы по реконструкции. Друзья, мы находимся с вами в новом здании церкви «Благая Весть Юго-Запад». И только что мы начали демонтаж. Демонтаж помещения, убирать гипсокартонные перегородки. И это наше с вами здание будет, и сейчас мы находимся в зале для богослужения. Друзья, добро пожаловать на Юго-Запад. Информационное бюро «Спектр», Москва.